накурим и... Седьмую годовщину нашли повод и причину. Пред выступлением не там, в гримерной быть, искать последние штрихи и волноваться, и по обычаю командой всей обняться. Не мы, они переживают все сейчас. Впервые новое, абсурдное для вас. Команда Витебска, премьера, дай бог, не в последний раз. Пойдешь ты скоро в него к нам, и пух.
скажешь? Как мало? А ну и пятку было! Кухни бы не нравится! У меня подарок от завтра много! Ты гадьё! А мама не сюда! Я тут жениться решил! Свидетелем моим будешь? Это опять на печке стоять! А ты стоя в печке? Сколько стоять не можешь? Кто такой? Раста! Ну что это такое? Но была просто решено подтверждение! Заговор раскрыт! Вино было отравлено! Чего за это еврейский плен? Да! Да, Тантарий. Да я пою! А мне все хуже! Все хуже! Эстер, любовь моя, прощай! Прощай! Какой прощай? Всему кризму и дело с концом! Еду! Прощай! Так прощай! Ну, Эстер, пора! Ну, родной, я спасу тебя! Клизму даю первый, первый! Не женское это дело! Раз-два, раз-два, раз-два! Как пошли, а? Как, не в ногу пошли, не в ногу! Меня терзают путные сомнения! Вы еврей? А тут и сомневаться нечего! Еврей! Еврюга! Вас еще называют жить! Еврейское лицо нас называют! Арабская морда! Так ты лучше еврейское лицо! Это я, Рады Балтышки, Рада Бургена, я! Обман! Больше бед, ребята! Обман! Так, наверное, не обрёт! Вот я, обман! И скоро страной буду править я! Обман! Обман! Два срока! Нет, не два, лучше три! Нет! Вечно! Да! Скоро земле не останется ни одного из этого! Страшно? Это вот этого! Хочется прикинуть! Ну что ж вы, это он и привезти больше! А мне просто не хочется, как и прыгаю, как и не прыгаю. Да. Ладно, пойду так широко проеду, интересно, как он там? Смотри, не смотри! Нужно что-то срочно предпринять! Срочно что-то предпринять! Что же делать? Ну, что же? Боец, удри слезу, отдай нам жабу. Так
Так она же жена мне. Ту, зараза! Иванушка, вот тебе дела. Болото там. Женись, хоть на всех. А ведь правда. Вот за что люблю еврея. У него мозги мудрее. Матерду. Чего? Да дарова. Ну, Эстер, теперь наше взяло. Ради моею крановой дыши, не дождешься. Опять! Вот и торта! Это вот ты вам правда привет зерником, рыбой болотной, да? И за плату! А я на нем съели! Эстер, подай кожу! А на ветру спин! Вот, подполковник, посмотри-ка, пришел сорос, этот сорос я. Головка, какашки рожева, я, жука, ваша тарта, какая вот умная головка. Вы ж не забудьте, вы там пенсиали, вот тарта, вот туда, вот. Мой указ? Что ты хочешь, как саман неразборчивый? А давай с я пришлю уже. А ну, подыграй туда, вот, какой не нравится. Слушайте, скрипи. Мы не обладываем папу среднеем на царя, на царя и всех евреев. Решить сладку и поставить гуру. Ай! Витом к стене, царя мать. Ну, не волнуйся, ты только отделаешь. Значит, ты пугал, а я тоже еврейка. Иди ты. Сам ты иди, папа, ты справку. Да, газету. Сейчас должен купать, я что-то... Я не хочу, мне что это бумага хорошо. Что? Ты мой Иоанн не видела? Ай, не вздумай, обращай, показывай, не подложи. Вот это наверняка! Он убил! Ваша любимая жаба! Право! Рабочка же мусит! Брехня! А брехня! А у кого сказки еще лук со стрелами есть? Да! У кого? Вот сволочь какая! Мордыхай, мордыхай! Сейчас вам придется освоить профессию моли. А, жабу! Нормально? Да! Только не то, что вы думаете! Боже, правда, у меня там ничего нету! А вы, Белоборский, найдем, что ли, там? Ой, найдем! Войны.